как привычные нам вещи выглядели, когда они только появились. Сегодня вряд ли можно найти человека, который не видел бы смартфоны Apple или Samsung. Вот как быстро они вошли в нашу жизнь. Однако многие бренды, которые мы знаем и любим, выглядели совсем по-другому, когда они только появились. Давайте совершим короткий прыжок в прошлое и узнаем, как 22 привычные нам вещи выглядели, когда только были изобретены или представлены публике. Например, вы знали, что в 17 веке презервативы промывали молоком? Смотрите видео и удивляйтесь. Номер 22. Первый компьютер Apple. Первый компьютер Apple назывался Apple 1. Стив Джобс даже продал микроавтобус Volkswagen, свое единственное средство передвижения, чтобы заплатить за его создание. Изобретение было представлено публике в 1976 году в одном из компьютерных клубов Калифорнии. Вскоре Apple 1 стал продаваться по цене $666.66. Оригинальный компьютер Apple 1 и сейчас можно найти в музеях мира. Например, в Музее компьютерной истории в Калифорнии. Номер 21. Первый автомобиль Ford. Первый автомобиль Ford назывался «Модель А» и, как вы видите, выглядел очень затейливо. Автомобиль стал доступен публике в 1903 году. «Модель А» считалась самой надежной машиной в мире и стоила от 800 до $900. Позже ей на смену пришла очередная инновация – «Модель С». Номер 20. Первый холодильник Bosch. Первый холодильник Bosch был выпущен в 1933 году. В рекламе его описывали практичным, элегантным и харизматичным. Модель действительно была очень интересной, потому что имела круглую форму. В те времена очень мало людей могли себе позволить купить электрический холодильник. Однако Bosch продолжила удивлять своих покупателей и вскоре превратилась в огромную компанию, которую мы знаем и по сей день. Номер 19. Первый телевизор Samsung. Первая черно-белая модель телевизора Samsung с диагональю 12 дюймов называлась P3202. Она была довольно длинной, но выглядела стильно. Продажи мгновенно пошли вверх, и P3202 стала лидером рынка своего времени. Номер 18. Первый мобильный телефон Siemens. Первой моделью сотового телефона компании Siemens стал мобильтелефон C1, который поступил в продажу в 1985 году. Он был сделан из железа, а в трубку был встроен громкоговоритель. Впоследствии модель была улучшена, и в 1994 году Siemens выпустила новый S1. Номер 17. Первая версия Microsoft Windows. Долгая история Microsoft Windows началась в 1985 году, когда был выпущен Microsoft 1.0. Помимо прочего, система включала графические программы, разработанные для Windows. Компания получила множество положительных отзывов от пользователей, хотя были и критики. В любом случае, Microsoft 1.0 положила начало одной из самых успешных компаний в мире. Номер 16. Первый каталог IKEA. Каждый из нас видел каталог IKEA хотя бы раз в жизни. Всем нравится разглядывать хорошую мебель и красиво обставленные комнаты. Но далеко не все знают, что первый каталог IKEA был выпущен в 1951 году. Эта незначительная идея помогла компании привлечь внимание к своей продукции и сделала ее еще более популярной. Номер 15. Первый фотоаппарат Canon. В 2014 году Canon отпраздновала 80-летнюю годовщину своего первого фотоаппарата – Quanon. Он был представлен публике в 1934 году и получил свое название от буддийской богини милосердия. На фотоаппарате даже была маленькая гравировка – тысячерукой богини. Номер 14. Первая игрушка Lego. Лего выпустила набор деревянных игрушек в 1935 году. В наборе была деревянная утка – первая игрушка Лего. У нее были колеса и веревочка, чтобы тянуть за собой. Утка до сих пор считается самой популярной игрушкой Лего на все времена. Номер 13. Первый мотоцикл Harley Davidson. В самом начале Harley Davidson была маленькой компанией, одной из многих.
В 1903 году она выпустила свой первый мотоцикл под названием Model One. Первые мотоциклы больше походили на велосипеды, но каждая новая модель становилась все более продвинутой. Теперь Harley Davidson ассоциируется со свободой, а бренд стал поистине культовым. Номер 12. Первая кофейня Starbucks. Первый Starbucks появился в 1971 году в центре Сиэтла. Обычно его так и называют – первый Starbucks. Позже кофейня переехала по адресу 1912 Pike Place, где и находится до сих пор. Вы всегда можете ее посетить и купить свой любимый кофе. Номер 11. Первый ноутбук HP. Первый ноутбук HP вышел в 1984 году и назывался HP 110. Его запуск стал настоящим прорывом. У ноутбука был длинный экран, удобная клавиатура, батарея, которую можно было подзаряжать, и самая объемная память среди портативных компьютеров тех времен. Номер 10. Первый крем Nivea. Первый крем этой известной компании стал доступен публике в 1911 году. Он состоял из воды и масла и обладал цветочным ароматом роз и лилий. Создатели дали ему имя Nivea, что на латыни означает «белоснежный». Крем тут же завоевал огромную популярность, и его лицом становились многие знаменитости, включая Мэрилин Монро. Номер 9. Первая игровая консоль Sega. Первая игровая консоль известной компании Sega называлась SG-1000. Она была выпущена в 1983 году и работала с картриджами. Позже Sega выпустила другую версию консоли со встроенной клавиатурой. И хотя этот продукт не получил коммерческого успеха, он все же входит в историю компании. Номер 8. Первые духи от Chanel. Культовые «Шанель номер 5» были запущены в 1921 году великолепной «Коко Шанель». Изначально существовало 10 образцов духов. Они были представлены «Коко Шанель», и она выбрала образец под номером 5. Духи продавались в красивых бутылочках только в бутиках «Шанель». Они быстро набрали популярность и до сих пор считаются эталоном элегантности и стиля. Номер 7. Первая видеокамера Sony. Первая модель видеокамеры Sony HVC F1 вышла в 1981 году. Как и все камеры тех времен, она была тяжелой и дорогой, но с ее помощью можно было снимать видео высокого качества в горизонтальном разрешении 300 линий и с оптическим зумом. Номер 6. Первая обложка Vogue. Первый выпуск Vogue был напечатан в 1892 году. Тогда это была еженедельная газета, которая стоила 10 центов. В 1892 году аудиторией Vogue были мужчины из высших слоев общества. Впоследствии концепция Vogue изменилась, и он стал самым популярным женским журналом, который часто называют «Библией моды». Номер 5. Первая электробритва Philips. Электробритва PhiliShave 7730 была представлена публике на торговой ярмарке в Нидерландах в 1939 году. Товар получил кличку «Сигара». После успеха PhiliShave 7730 компания стала выпускать новые, улучшенные модели. Название PhiliShave сохранялось вплоть до 2006 года, после чего все товары стали продаваться под единым брендом Philips. Номер 4. Первая кукла Барби. Куклу Барби выпускает американская компания Mattel, начиная с 1959 года. Первую куклу представили публике на американской международной ярмарке игрушек 9 марта. Тогда у Барби был хвост на голове и полосатый купальник. Можно было купить и блондинку, и брюнетку. Игрушка стала безумно популярной и остается таковой до сих пор. Номер 3. Первый смартфон Apple. Первый iPhone вышел в 2007 году с многообещающими рекламными слоганами «Это только начало» и «Apple заново изобретает телефон». И это было правдой. Люди несколько дней стояли в очередях около центров Apple в ожидании выхода iPhone.
и не были разочарованы. Вот уже 11 лет Apple создает ажиотаж вокруг запуска каждого своего нового продукта. Успех чистой воды. Номер 2. Первая зубная паста Colgate. Первая зубная паста Colgate была антисептическим зубным порошком. Она начала продаваться в 1873 году. Ярлык на банке порошка утверждал, что он рекомендован лучшими стоматологами. Позже паста стала продаваться в тюбиках, как и сейчас. Номер 1. Первый презерватив. Первые презервативы были сделаны из овечьей кожи и использовались в Швеции в 17 веке. Инструкции к ним сохранились, и в них говорится, что презерватив нужно было промывать теплым молоком, чтобы избежать заражения венерическими заболеваниями. Слава богу, мы живем в 21 веке. Какой из дебютов вам приглянулся больше всего? Расскажите нам в комментариях. Хотите увидеть больше интересных и забавных видео? Подписывайтесь на наш канал и присоединяйтесь к Адми. Не забудьте нажать лайк и поделитесь видео с друзьями.